Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, авторов Афанасьева, Баранова, Михеева. Unit 2, часть 2, Step 2, шаг 2, Exercise 3, упражнение 3. Say where these people were born. Скажите, где родились эти люди? Example. Steven, Paris. Пример. Steven, Париж. Steven was born in Paris. Steven родился в Париже. Pedro and Carmen, Madrid. Pedro and Carmen were born in Madrid. Pedro и Carmen родились в Мадриде. То есть мы опять работаем с конструкцией was born и were born в зависимости от лица. Andrew, London. One. Andrew was born in London. Эндрю родился в Лондоне. 2. Stella, Madrid. Stella was born in Madrid. Стелла родилась в Мадриде. Здесь единственное число, поэтому мы говорим was. Nick was born in Rome. 3. Ник родился в Риме. 4. 4. Natasha and Alex, Moscow. Natasha and Alex were born in Moscow. Наташа и Алекс родились в Москве. Здесь мы уже ставим were, потому что у нас множественное число, их двое. 5. Bob and James, Glasgow. Bob and James were born in Glasgow. 6. Pete and Wendy were born in Leeds. 6. Питер и Венди родились в Лидзе. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.